Я улыбаюсь, потому что этот вопрос меня очень сильно касается. У меня вид на жительство в Чехии, у моих двух дочек двойное гражданство, российское и чешское. И я хочу сказать, что я не считаю, что это дискриминация какая-то, да, если действительно государство считает, что должны знать о нас чуть больше, хотя я предполагаю, что она знает практически все, ничего страшного. Но меня всегда вот в таких вопросах больше смущает история того, что сложная процедура, что всего 2 месяца этого недостаточно, когда это вводится в августе месяце, и когда уже все едут отдыхать, и практически могут не быть просто, вообще не быть возможности такой, оповестить такие службы. И это должна быть очень понятная, простая схема, которая не усложняет ситуацию человека. И я, например, в ужасе. Я уже там дала всем задания секретарям, ищите, говорите, что я должна подать, какие документы. Дочка, например, учится вообще в Брюсселе, и надо каким-то образом получать ее документы. И для меня больше вопросов, чем ответов. Но тоже не вижу никакой-то проблемы.